Всем привет! Сегодня решила записать для вас небольшой влог. Едем на озеро. Lake Hood. Несмотря что на улице так жарко, вода в озере очень холодная, но я переборола себя и даже проплыла несколько метров. Ура! Вот вчера сделала маникюр со своим новым матовым лаком. Смотрится очень красиво. Не совсем летний оттенок. Полежим мы сейчас немножко, позагораем и пойдем в ресторанчик. Да. Сегодня мы едем туда, где нам точно уже удастся покупаться, и холодная вода не станет помехой. Правильно, в бассейн. В бассейне я ничего не снимала, потому что там запрещена съемка. После бассейна мы направились в супермаркет. Кстати, скажите, вам было бы интересно, если бы я походила вот так по супермаркету и поснимала, что у нас продается, какие цены. Я знаю, так снимают в Америке, но я думаю, там более интересно. Ну, скажите, если вам интересно походить по супермаркету Новой Зеландии, я с удовольствием проведу вам экскурсию. Так вот, скупились мы там продуктов. И вот сидим, наминаем мега полезные M&M'sы. Сейчас я вам покажу. Супер полезное правильное питание. Знаете, иногда можно себе такое позволить. Муж у меня их очень сильно любит. А когда он сидит, хрустит, я тоже не могу сдержаться. Привет. Привет. Помаши ручкой.
скажи привет. Ты чё? Он стесняется всё. Сегодня я показываю, как мне надо питаться. Вот в последнее время моя любимая пицца с креветками. Под чесночным соусом очень-очень вкусно. Мы решили поесть внутри. Перед нами окошко, вот такой вот вид, машина ездит. И наша пицца, приступаем. Нравятся ли вам влоги такого формата, как у меня получился? Если понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И мы с вами очень скоро увидимся снова. До скорой встречи, пока-пока!